Крем для рук от фирмы Биотерм Биома. Как написано, он увлажняет кожу рук, восстанавливает как бы молодость, улучшает ногти. Честно, никакой крем. Думаю, разочарование полное. Как разочарование, так как говорится, отрицательный результат. Также результат. Тем более, что полная версия этого продукта стоит 25 евро. Это флоп, как говорят на французских сайтах. Также второй большой флоп для меня — это шампунь от фирмы L'Oreal Mythic Oil Professionnel. Честно, никакой шампунь. Сколько же он стоит? 15-20. Вот видите, сколько у меня осталось. И, наверное, он так и останется. Я его не использую весь. К сожалению, самое большое разочарование, но и радость, что он был в коробочке, что я его сама не купила. Он не промывает волосы. И, допустим, если волосы довольно-таки загрязненные, надо до 3 раз намыливать им. Причем он принимает не только мои волосы. И мой сын 2 раза попользовался, перепутав. Попользовался и ему, но волосы вообще как грязные были. Вот так. Сейчас как раз пользуюсь Eucerin гелем для душа. Этот продукт известен, он продается в аптеках. Как себе, ничего как бы особенного. Если бы я выбирала между молоком для душа Бинатюр и вот этим гелем для душа, я бы выбрала Бинатюр. Вот так как бы я сравнила. Тут мне продукт понравился, а этот, в принципе, можно им пользоваться, можно покупать, но я не вижу какого-то такого эффекта. Оказалось очень-очень много всяких мини-версий небольших, версий дорожных. И вот я нашла, то есть я ищу себе сейчас какой-нибудь крем для тела. Вот этот крем Роже Коваль, крем для тела, увлажняет тело и не жирный. На самом деле он увлажняет тело и не жирный такой. Не знаю. Не знаю, но пока пользуюсь. Один продукт от фирмы Avène. Крем для сухой кожи против морщин и всего такого прочего. Крем, знаете, как крем. Ничего такого мифического он не делает. Фирма. Я ищу себе шампунь. И пока мой, как говорится, шампунь, который больше мне нравится, это шампунь от Джона Фриэта. Я купила Бриллиант Брюнет. И были у меня, как говорится, перышки. Я также пользовалась блонд. Блонд мне тогда очень понравился. Как раз именно вот эти высветленные пряди прекрасно смотрелись. И сейчас я уже купила вторую. Когда шампунь имеет окрашивающий эффект. Это полная упаковка, вторая и первая у меня заканчивается. И вот сейчас я не вижу в супермаркетах. А раньше он был. Взяла протестировать вот такой шампунь на основе хны. Коричневый, без парабенов. Он у меня был тестирован на животных. Цена у него смешная. Фирма Marval Vincent.
Они нам обещают, что волосы будут блестеть. И он имеет, скорее всего, окрашивающий эффект. Держать его на 3 минуты. Без парабенов. Посмотрим. Также хотела отметить две маски. Это маска Сауна. Монтан Женес. На основе красной глины. Чем она мне нравится? Тем, что она имеет на самом деле такой эффект сауны. Наносится на мокрое лицо и начинает так пощипывать, как будто вы в сауне. И лицо после нее, естественно, очень хорошо выглядит. И вторая маска пилинг от фирмы Такалон. Швейцарской. Это маска против стресса с витамином Е. Сделана в Швейцарии. И вот она, сейчас я ее делаю. Видите, вот так она снимается. Очень нравится, как она собирает отмершие частички кожи. Вообще нравится. Вот и все. В следующем своем видео я хочу рассказать о продуктах от Этапюр, тех, которые у меня закончились и которые я заказала. Заказ мне пришел. Заключение хочу сказать, что я заказала абонемент на 3 месяца на коробочке Duty Box. Заказала 18 августа и думала, что мне коробочки хотя бы будут приходить. Не хотя бы думал, что коробочки будут приходить с сентября. Но мне пришло подтверждение, что я успеваю на августовскую коробочку. И вот сегодня утром я увидела у себя в мелях, что августовская коробочка — это коробочка день рождения год Duty Box'у. Хотя первая вышла в сентябре, я думала, день рождения, говорю, как говорится, будет в сентябре. Но нет, этот альбом мне отправили 22 числа, и сегодня я ждала, как говорится, коробочку. Но она мне не пришла. Зато пришла некоторым бельгийским блогерам, как говорят, блогерам. Я уже видела содержимое этой коробочки. Но об этом будет видео, если она ко мне, конечно, придет. Сток закончился. Сейчас в раздумьях, придет она мне вообще или нет. Я видела в коробочке, некоторые коробочки, но наполнение у них не одинаковое. И даже разные фирмы продуктов. Посмотрю в понедельник, во вторник. Вот и все. Пока-пока.